Razem z ekipą oraz stroną CSGO Łace zorganizowaliśmy dla Was giveaway na kostkę Bayonet Marble Fade wartą ponad $350, także wbijaj w pierwszy link w opisie, a może to właśnie Ty zgarniesz tą piękną kostkę. A Ty, jeżeli chcesz wygrać skina przedstawionego na ekranie, zasubskrybuj kanał razem z dzwoneczkiem, polub ten materiał, polub Face'a oraz napisz komentarz z godziną, o której oglądasz ten materiał. Jeżeli dobijecie tutaj 1000 łapek w górę, to będę wrzucał Wam częściej takie skróty meczów. I dodatkowo, jeżeli chcecie zgarnąć darmowe $20 w skinach, wbijaj drugi link w opisie, możesz także przyjąć udział w giveaway o 10 kost Tiger Tooth. Gorąco polecam i zapraszam. Две флешечки, тем не менее Твист погибает, Хампус пытается ответить, Паша Бицепс мчится на хелпу, должен успевать. Так и есть. Ну, за счет инициативных действий соперника, опять же, добились энтри, причем сдвоенного энтри, и теперь можно разворачивать логичную атаку в большинстве. Фредди не сдает позиции базы А, дал свой минус. Но тут вся команда ВП, флешечка, Фредди не справляется, дискодоплан дал размен. Дамажный, кстати, Снакс остается. Нео горит, 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 Нео, 9 кп у него в итоге. Так, а теперь двое сильно дамаженных, и Нео, и Снакс. На БМ тут... В принципе, особо-то никого нет. Да, Броун без поддержки тиммейтов. Смоук девятка, смоук на КТ. Флешка залетела, но уже после смерти шведа, нерабочая она. Абсолютно по факту оказалась. Занос девайса подарочного. Ампус на смещении все-таки погибает. Бомба ставится. Ну и 2 в 3 меньшинство для Годсен. Фредди по пулечке. Вот. Самую жесткую проблему решили, но не отказались от другой. Ну и задача ВП сейчас, в первую очередь, наверное, на Снаксе. Это интересно. Подфармить. Лобовая атака, таранный маневр от коллектива GodSend. Готов к этому муву Бьяли. С другой стороны, подключается еще и Снакс, ну и все очень жестко. Да, то есть тоже было 2 на руках Молотова, никто не дал ни один. Когда Броланд там в тупике Броланд. Да, это был очень жесткий раунд, но тогда Паша потащил. Сейчас, кстати, именно Бицепс делает энтри-килл. Туда же Молотов, второго закрывает Бицепс. На плечах Паши строится пока что дебют этого раунда. Здесь еще и Снакс работает, ну вот Бролан, чем по ходу предыдущей карты. Возвращается, поговорили, все нормально. Да, ну, кстати, у Бролана одно убийство. Тут возникают определенные трудности и для шведов. Начинается сплит-выход под базу А. Бролана перестреливают, это делает Нео, Фредди в аркаде. Расплох вообще Бролана застали. Просто спиной стоял к хайвею. Так, ну тут шумят. Мак 10. Бомба, кстати, на Б. Ну нет, погибает Вист, погибает, мы видим Хампус. Я там думал, может, бомбу потеряют. Ну смело. Против дефолтных пистолетов все очень четко у Virtus.pro. То есть без какого-то ни было тени стеснения. Правда, бомбу потеряли. Диско будет бороться за нее. Надамажил второго до красна. Кстати, бомбу так и не подняли. ВП, Молотов. Так, так, нет, не заходит хедшот. Как и этот, собственно говоря. Пистолеты без армора, три юспа, засада под точкой А. Миху, энтри фраг есть. Все. Это самое главное. Роль исполнил. Тут же на дверях Снэкс. Довольно часто он здесь один. В принципе, можно в каком-то раунде даже попытаться, может быть, заакадить его. Команде GodSend Миху второго, третьего перекрыл. Просто вот недвижимость убирал Миху. Очень четкие минусы, простые для него. При этом ВП даже и не вышли-то на А. Бомба вообще на Б. Следующий. Ну что, Миху, эйс или нет? Может быть. Минус 5 по парням с пистолетами без арморов. Ну, придаст некую все равно уверенность Миху. Погибает Паша. Да, это минус 5. 17 хп. Все, отбил желание этим прострелом, походу, выходить полностью. На... Полностью. Так, ну, сами выходят на чек поляки. Хороший хедшот от Нео, более никого не предвидится на миду пока что. Фредди развлекает, вернулись на мейн GodSend. Ну, есть, конечно, раскидка. Хампус, по идее, Бьяли тут перекроют, но поляки втроем на... Ну и по факту это укрепление. Снэкс. Летает по Бьяли. Душит спину. Твист, хороший размен. Но тут Снэкс включается. И последний уже Хампус. Паша. Та же самая кара небесная, но, правда, с хедшотом. Ну, кстати, на Б двое. Но позиции очень коварные. Шквальным огнем, по идее, должны закрывать все вопросы ВП. Хампус погибает. Это был игрок в центре. Так называемый люркер. Пошла раскидка, суперблайн для Снакса. Приходится покидать эту позицию, но есть тиммейт, и это расстрел. Ох, а если бы этот Молотов прям чуточку дальше залетел. Выход просто толпой на Б. Ой-ой-ой, хаешечки. Лобовая атака и жесткая, жаркая встреча от Virtus.pro. Последний, сильно дамаженный, господин Хампус. Ого, отбивается. Очень-очень жесткий. Вот этот момент. Отличный дабл от Паши. Весь центр перекрыл, бро. Очень на тоненького, все равно надежда на минус коннекторе, а он есть. Ой-ой-ой, ну тут если бы Миху погибал, то все. Но нет, с Броланом справляется. И, конечно, позиция Бьяли теперь
перспективная. То есть он одного здесь закроет. Разваливается этот раунд в атаке у GodSend на части. Изначально Бролан, потом с отсрочкой тайминга еще одного забирают. Есть легкий размен, но это промежуточный успех, и такое не чекается в Яле. Удобно. Может, в принципе, попытаться поставить бомбу, но она очень неудобно выпала. Говорит, могут оставить один в один и все пойти на хелпу на базе Б. Тут активненько Снакс, оптимистично очень. На пиксель, не ваншот. Хаешечка вдогонку. Ну, Твист реагировал, вот Хампус как раз подставился под эту гранату. Снакс отходит. Опачки, успел. Жестко, пока что без потери, вообще без потерь заканчивает этот раунд Твист Туспро. Нектор. Ну, интересно, Твист, как мы видим, начинает пробрасывать центр. Тут три оппонента, Твист может погибнуть. Пошел. Выходит, начекает. Увидел, не увидел. А Нео как раз-таки оппонента замечает. Ну, это классная позиция за смоком, даже несмотря на то, что был на некоторый момент времени в блайнде, отошел от него, заметил соперника на подсадке и перестрелял. Так, Нео даже прошел еще, как мы видим, немножечко вглубь центра, подаркадил. Минус мидл, GodSend. Теперь ну, придется вот флангово атаковать. Ну, это ошибка в стрельбе. Просто Фредди боком убегающего Нео не убивает. Попытка выйти просто закрыть точку А ни к чему не приводит. Только сейчас вообще хоть кого-то убили GodSend. Ого, сдвоенный размен. Но, тем не менее, один против троих. Хампус. Ух ты, такой спрей судьбы. Вот бьяли в пи... Сейчас пройдет. Такс, один. Ну, любопытно. Мидл поджал Нео. Ну, вот видишь, опять игра на тоненького. Опять игра до первого фрага. Очень аккуратно пытаются играть те и другие. ВП понимает, что Б пустой, отправляет туда хелпу. Миху и Паша дали по фрагу. Так, ну здесь перекрыто, еще и третий вдогоночку прилетает с ЦЗшкой на руках у Твиста и Фредди Би, подбирающий калаш. Инфы нет. Опачки, я думал, и второго заберет на машине Твист. Сделать этого не получилось. Раунд все еще играбельный. 2-3, Фредди бежит хелповать, Паша мансует. Танцы. Где продолжаются. Так, Паша не торопится. Пошел, пошел все-таки с авиком под Молотов, но Твист успел выйти с плента. Пиксельная война, которую Паша проиграл. Ну, Молотов мешал, понятно. Да, сильно помешал Снэкс, тем не менее. Дал свой минус. Твист, Твист. Ну, нет инфы, видимо, побьяли. Или есть? Нет. Ну, понимает, что хотя бы минимум нужно сделать, поставить эту бомбу, а там как сложится. Сложится плохо. Бьяли все-таки, показав плечика, перестреливает своего соперника. 15-й после диффуза этой бомбы в копилке у Virtus.pro. Соперника ближе к траншеи и пленту. Ну вот, этот дуэт работал. Примерно на похожих позициях. Еще и тайминговый смачок прилетает в этот самый момент. Смачок на толпу, выжигающий молота в плен. Сразу работающий по двоим, выкуривается опорник, получает в тело Снакс. А вот спину не законтролили. Да, но тем не менее разменялся Бролан. А вот тут Паша бицепс. Как же вовремя он здесь оказался. Очень важный минус сделал. Ну, дискодоплан уже ждал, когда бомбу принесут. Бомбу не принесли. Молотов, обрати внимание, подправили GodSend. В одном из раундов он не долетел до траншеи. Сейчас идеальный был Молотов. То есть между двух упал, да-да-да. И поджаривал одного и второго. Так, ну, чекнул спину дискодопла, никого не нашел. Есть инфа вентиля. Ну, кстати, бомбу-то отдают ВП. Понимают, что агрессировать не стоит. Времени мало, но... Дожидаться уже постановки бомбы стоит, а потом делать ретейк 2 в 1. Ну, дискодопла на авик, он с ним особо-то не мобильный. В идеале, конечно, за аркадить какую-то позицию. Тут в траншее лежит эмочка. Он же не знает, где оппоненты. Пока ты эту эмку поберешь, тебя уже убьют. Будет крутиться за этой мишенью до конца, похоже, что? Уходит на самую снайперскую позицию из возможных. Знает, понимание по-прежнему нет, заметил ручку. Должен убивать одного. Дергает Паша сам просто на мешот своего соперника. Мешот есть, на передвижение ловят. Дискодоплан, это 16-й в копилку Virtus.pro после диффуза этой бомбы. И с 10-ю шел. Ну, не такой уж и активный, как могло показаться. Этот прочек в итоге в спину его. Ух, показалось, разворот повесит, но нет. Так. Спину минус, Бролан. Фредди Би подстраховал Бролана, Бролан. Ну, фраг есть. Но один против троих остается. Швед. Ох, как там, как же байтит внимание Паша бицепс. Выходи. Но Фредди Би не торопится. То нужно идти в любом случае. Других вариантов не остается. Зарелодил Юспик. Ну, мы уже видели шедевры жанра пистолетный раунд. Были у нас эйсы, но здесь все максимально логично. Остается. Хампус тут на инфу на минус стоит. Ну и выход вновь вроде бы как на Б от Virtus.pro. Так, ну и может сработать. Молотов вгоняет Хампуса. Прилетел хедшот от Виста. Так, пытается раскрутиться на два минуса Твист, но не получается. Хампуса перед этим уже уничтожили. Ну, Фредди со скаутом в руках. И только хедшот с
спасет Фредди здесь. Но соперник не торопится выходить от Паши Бицепса. Подбирает единственный вопрос, калаш. Где находится опорник. Не самая очевидная позиция. Там через Террис Паунта уже обходят. Так. Бролан терпит, стоит на своей ЦЗшке. Ну, Бьяли был готов. Чекал абсолютно хладнокровно этот момент. Но двойка на Террис Пе. Так. Ну и бомба выносится. По-прежнему неочевидная позиция оставшихся. Фредди чекает вообще базу Ауна. Сейчас твист уже в яме. Ну вот Хампус. По идее, боком сидящего Бьяли сейчас убьет. Вообще спиной. Первый фраг есть, а тут бы еще и с Юспика могло залететь. Ну это все. Момент истины, по-моему, сейчас был для Миху, но зато долетает Миху до окна. По идее, дискодоплом там должен как-то реагировать на это. Да, дал инфу Бролану. Нет, не дал инфу Бролану. Сладенький стоял просто-напросто спиной. Второй подарочный. Будут выжигать молотом. Там еще позиция на коврах. Яма. Ой-ой-ой. Похоже, что обречен. Ну, Фредди, конечно, пытается выживать. Есть твист с Авиком на прикрытии. Это единственный шанс для Фредди. Вот непонятно, как просто игрок в огне прошел без инфы. Ну, нет никакого шанса для Фредди. Просто выходит яма и минусует его. Остается последний Хампус. Ну, энтрикиллом все ограничилось для команды GodSend на самом-то деле. Больше ничем не порадовали шведы своих фанатов. Ну, начали за здравие, что называется. А потом Virtus.pro поняли, как действовать дальше. Такая, опять же, поступательная, очень аккуратная война с давлением точечным на каждую из позиций. Плюс отпущенный коннектор. Ну, пытается нашивать Хампус, в свою очередь, со снайперской винтовки через дымы. Ну, Бролан надамажил, но не убил. Так и есть. Ну и, соответственно, все. Тут уже нужно сейвить. Погибает мистер Бролан. Нео на 14 хп все-таки выжил. Дискодоплан штрафует Миху. Так, тут не дотянулся. Выход через яму. Твист в упоре. Бьяли. Вот это спрей. Два хедшота. Миху, правда, успокоил Бьяли. Говорит, все на респе можно справимся посидеть. Справимся и без тебя. Ну а ВП Хампуса, да-да-да, Ави Хампуса, обратите внимание, просто ваковрах. Немножечко так. Удивил. Бролан с трофейным калашом работает, не все так очевидно. Ну, на обороне топлан. Этой бомбы остается двое, выжигают позицию сэндвича. Паша Бицепс перестреливает, повторный фраг, еще и Снакс, ну и ВП без армора Хампуса. В принципе, в средней части раунда полезно, но вот без тиммейтов мало чего ему светит. Бомба закрытая. Но нет китов. Нет китов и молотов прям под ноги, Снакс. Выживает в этом моменте. Хампус пытается уже ближе к КТ уходить на сейв. Стя пустое, но Хампус успевает. У Хампуса авик. Ну, эту дуэль мы довольно часто видим. И по большей части ее, кстати, Паш Биц выигрывает. И в этот раз точно так же. Он там на контроле выползал. Действительно, не очень сложный минус для Паши. Молотов на лавочку. Туда же дым ближе к коннектору. Еще и Снакс добавляет масло в огонь по миду. И от шведов остается полтора человека по состоянию здоровья. Надежда на дискодоплана. Бомбу ставит тем временем Виртуса на базе А. Ставит ее закрыто. Ну, под флешку побежит Доплан. Раунд предпоследний. Так, твист. Уже тоже поблизости. Вот примерно твиста. Позиции соперника понятны. Задача просто Бьяли не выпустить. Ну, а Бьяли и сам может не выйти. Ну, дымы можно диффузить как-то, да, попытаться. Вот. 10 секунд. Сверхдолго. Не получится, скорее всего. Дискодоплан обязан просто сражаться. Но если идти на точку А... А здесь дамаженный Паша Бицепс. Последняя инфа, скаут где-то на КТ. Паша решает идти ва-банк просто на бомбе. Сидит, ну и что по Фредди? Ну, по идее, чекнет. Времени хватает. Не, да ладно. Ставит бомбу, выходит Паша. Два хедшота, раунд залетает. А времени-то было еще 18 секунд. Дистанция, все это очевидно. Есть Хампус, который будет привлекать к себе, ну не максимум внимания, но хотя бы кого-то отцепить от точки А. Что же, Нео всех видит. Ох, как же 20 разваливает. Патронов и плюс тиммейт. Все, обыграли уже Гуценты на первой половине. Бролан. Ну не десант летит. Смерти. Не летит у него сегодня. Попытался удивить, удивился сам. Там вообще бомба на Б, Снэкс. Пошел пикать. Опачки. Ну, отличная вертикальная переводка от Снэкса. Еще и хедшот. Как пришел, так и ушел, видимо, этот раунд. Оу, а вот это зацепил второго через текстурку, а тут и третий на очереди. И вот только теперь в них приходит с центра карт и все равно делает свой фраг. Ну все, Фредди один. Половине Паши Бицепса. Так, Бьяли увидел дискодоплана. Начинается выход. Бролан уже срезал Бьяли. Ну вот, залетел энтри от Бролана. Легкий второй фраг. Начинает охотиться за девайсом. Паша Бицепс живет. Так, ну никак не выкуривается этот фаербокс.
Ну, скорее в итоге все-таки бицепс. Есть игрок в центре, это Фредди. Снэкс перестреливает Твиста. Бомба не прошла в точку. Никаких девайсов на руках. ЦЗшка практически забирает второго. Дуэль один в один. И все-таки Миху тащит. Коврами осторожничает. Ну и выход вторым таймингом. Так, Нео увидел. Флешечка. Повторный пропик, спрейдаун. Миху и Хаешка доделает начатое? По идее, да. Есть. И Твист еще погибает. Это раунд уже 5 в 3. Так, заметили выход из подвала. Нео четкий фраг. Слить. Перепрятать девайсы, главное. Да, навряд ли там до Т-респауна кто-то доберется. Так, вот тут. Тут добирается до ковров Нео, но фатально для себя. Вдвоем остаются поляки. Ох, два дробовика. Ну и с ними как-то особо не повоюешь, хотя нашли Бролана. Ну, есть. А ей молотов заставляет Пашу отойти, по спине заходит дэмэдж. Паша не очень доволен. Есть коллаж для Снэкса, но вынужден идти за одной позиции. Тут у нас... Так, Хампус. Недолго жил Хампус. Прошивочки фаербокса. Смоки, флешка, есть еще какие-то гранаты у Годсенд. Так, ну идут. Просто таранным маневром на своих соперников. Снэкс. Ну, очень смотри, оптимистично. Там... Один смачок миновал. Там не понимает позиции стыка. Тут никто... Как прочитать эту связку 3КТ? То есть, ну это же никто так никогда не делает. 3КТ. Так. Ну, отвлек. Отвлек. Первый Снэкс. Пошел. Второй пошел. Третий пошел. Да ладно! Да ладно! Команда ВП побеждает 16-14. Вы серьезно? 2 в 5 сейчас Снэкс и Паша бицепс это делают. На последней миллисекунде ВП вырывают победу у своих соперников. Оу! 2 макс 7, 1 поменяют.